И снова вечер, и я устал. Пришел домой, без ног упал. И целый день пахал как мул, и не поужинав уснул. А завтра снова словно в бой, весь день мне мучиться с судьбой. Крутить мне гайки целый день, еще начальник мой олень. Мы все работаем в две смены, без перерывов и подмены. А как десятое число, всех нас до кассы понесло. Ведь целый месяц мы пахали, и если честно, подустали. С детьми нам некогда играть, и с женам ласки нам не дать. Ведь каждый день мы у станков, как стадо проклятых рабов. А тут еще аванс вот, нам дали, как наплакал кот. Продукты, коммуналка, свет, ну вот и все, аванса нет. А чтобы за кредит отдать, зарплаты надо будет ждать. Так жизнь проходит день за днем, уже за пенсией идем. Жизнь незаметно пролетела, и нет до этого всем дела. Но разве мы должны так жить и с этой участью дружить? И разве нет другой судьбы? Ведь мы же люди, не рабы. И я не верю в речь жрецов, что путь у нас, как у отцов. И я не верю в то, что мы должны пахать здесь, как рабы. Нас все пытаются отвлечь, из ящика толкая речь о том, что жизнь здесь, как в раю, но мы стоим, как на краю. Они твердят, что мы успешны, но знаю я, они все грешны. И новостей хороших нет, горит тайга, где солнце свет, а где-то тонут города, там люди плачут иногда. Хромает наша медицина, у них на это есть вакцина. Им наплевать на всех детей, на слезы наших матерей. Для них пенсионеры, ветераны, как кровоточащие раны. У них по миллиарду на счету, а нас вогнали в нищету. И каждый там, играя роль, решил, что он для всех король. Как подсказать, что соигрались, чтобы нормальными все остались? Но это мысли дураков, как уговаривать врагов? Ведь все они власть захватили, помоями нас окатили. Разворвали и продали все, что нам предки наши дали. А мы стоим все у станков, как стадо проклятых рабов. Стоим всю жизнь у этих мест, такое в нашей жизни крест. Места не опустеют эти, всех нас заменят наши дети.